Йоринда и Йорингель. Много-много лет назад среди леса высился таинственный замок. Кто приближался к нему на 100 шагов, тотчас же замирал на месте, словно окаменев. Этот колдовской круг сотворила старая волшебница, которая жила в замке. Днем она частенько оборачивалась кошкой или совой, но вечерами вновь принимала человеческий облик. Если случалось какой-нибудь девушке угодить в заколдованный круг, она превращала ее в птицу и запирала в клетке. Так старуха заколдовала уже многих. Старая волшебница постоянно была начеку и подкарауливала новую девушку, стараясь заманить ее в колдовской круг. Как-то раз она взглянула в свое зеркало, и то показало ей отражение Йоринды, красивой и учтивой девушки из деревни. Thank you.
Вот красногрудочка поет, печально и с тоскою. Смерть, голубок, за мной придет, нас разлучит с тобою. Привет тебе, Захиэль! Лишь только месяц заглянет в клетку, тотчас разорви свои путы, Захиэль!